Если и убивать, то без шума. Если убивать. Если убивать, то без шума. Yeah!
Если убивать, то бесшумно. Qualche parte qui. L'abbiamo preso! Apritemi! Eccolo! Если убивать, то бесшумно.
Cecchino, nemico avvistato! Andate l'altro Cecchino! Via! Via! Oh! Ключи, у него что-то есть.
Пора на свободу. Слава богу. Единственный путь через линию фронта. Но меня немного потрепали. Я прикрою. Сможешь идти? Свобода – большой стимул. Да, я смогу. Когда путь будет свободен, иди к проходной. Похоже, он там. Я прикрою его со стены. Ему нужна небольшая
Похоже, это последний. Что такое проект «Эпидемия», все еще не ясно. Агент Брауэр так и не сумел это выяснить до ареста. Но у него есть наводка. Вален часто ездит на аванпост в Сиве. Мы не знаем, будет ли он там, но он любит, чтобы все было по порядку. У Валена все будет спланировано, включено в график и записано. Мне нужно всего лишь это найти. Брауэр полезен. Он рассказал мне, где находится кабинет Валена и немецкие склады. В городе есть несколько хороших позиций для снайпера, а еще старый подземный туннель. Будет непросто. Но где-то в этом городе я найду то, что нам нужно.